Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики канала. Меня зовут КТ2Г, и я продолжаю неистово рубать просто... Ой, смотрите-ка, опять новости. Я продолжаю неистово рубать в игру Видеоблогер Стори. Я только что хотел опять немножечко внести сарказма в начало серии. Опять сказать о том, что вот, никаких событий не происходит, все скучно, вяло. И все в таком духе, но смотрите, игра тут же троллит в обратку. Так сказать, тролль наносит ответный удар. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам приготовило это событие. На популярном сайте размещен ваш последний ролик. Ну, это как бы здорово. Лишним не будет. Итак, я закончил на том, что в прошлой серии я начал просто неистово обузить Еву онлайн. В данной игре она носит название Адам. Будем продолжать. Хай-хай-гай снял обзор на ваш последний ролик. Замечательно. Немножечко подписонов добавилось. Ну что ж, это круто. Продолжаем. Выбираем игру. Опять Адам. Я забыл маленечко, как сюжетный ход, скажем так, в моих тех видео. Сейчас я посмотрю в списки и все это дело вспомню. Вспомню, упирал. Да, я вроде бы привлекательность убирал. Нет, я не упирал. Все было как есть. Вот сейчас опять эту середину очень трудно поймать. Окей, пускай будет таким образом. Ставим снова веселые обзоры, выкручиваем на 150, принимаем. Тем временем, пока у нас снимается видео, мы параллельно лезем в наши закрома, в наш канал. На наш канал, точнее, заходим и смотрим. Расширяем влиянием, тырят ресы, тырим ресы. А, тырим ресы, тырят ресы, это что за игра такая? Да, к сожалению, никакой информации нет. Переходим обратно на канал, смотрим, расширяем влияние. Да-да-да-да-да. Интернет-воин начал уже потихонечку расширяться, выходить, так сказать, либо за пределы планеты, либо в моем пока что еще таком понимании начало идет с нуля, следовательно, он начал со своего затхлого районишки, затем на уровне города, области, ну и так далее, все в таком духе. Конечно же, в Еве такого нет, там сразу планеты, станции... Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, потому что я не играл, мои знания поверхностные и основаны лишь на прочтении нескольких очень крутых эпичных историй по боям и политике в Еве онлайн, когда просто бои длились на протяжении, возможно, даже нескольких суток, когда политика, интриги, кланы друг против друга идут, с кем-то объединяются, плетут интриги, внедряют шпионов. Там такая жесть, там такая Санта-Барбара, просто истории нереально клевые. И, блин, я рад, что существуют такие игры, где люди просто отдаются на полную. Ну, с другой стороны, конечно, это не есть хорошо, ладно, я опять заболтался. Итак, название ролика, так, я расширял влияние. Я расширял влияние. Планета. Наша. Как-то тупо. Нет. Так, расширяю влияние. У меня сейчас фантазия вообще не работает абсолютно. У меня голова отключена. Был очень тяжелый день. Как, в принципе, и вся неделя. И в голову ничего не лезет. Так, давайте представим. Я играю в Еву. Я расширяю влияние. Солидный куш. Закономерно. Закономерно все. Так, по-прежнему 20-ка за рекламу. Что ж, зарабатываем. Давайте-ка зайдем. Прежде чем заходить, нам необходимо новое видео запилить. Пилим еще одну Еву, и потом мы посмотрим, как вообще народ на это реагирует. Не задолбался ли он, извиняюсь за выражение, смотреть однотипные видео. Но хотя, опять же, если человек реально шарит, и это его стезя, то такого человека просто смотреть интересно, даже если он пилит одну игру, но в этой игре он нереальный эксперт, и такие видео многого стоят на самом деле. Так, давайте-ка перейдем, почитаем. Солидный куш. Чего он скачет в середине? Так, как скучно. Так, ладно, голос, но дикция. Ну все, опять зацепились за дикцию. Смотрим на статистику лайков, дизлайков. Все вообще просто, ну, неплохо. Могло бы быть и хуже. Как-то сухо, интернет-воин. Делай гомункула.
Ребят, честно, с гомункулом как-то я всю историю пропустил. Я потом в роли догоняющего был, читал так, честно, ничего и не понял. Да и не особо я разбирался с гомункулом. Надо будет этот минус закрыть. Так, наличие извилин вижу в тебе я. Как Йода говоришь ты. Молодец. Так, капец, мощный прикол. Окей, ладно, смотрим. Смотрим дальше. Сейчас, я надеюсь, удастся все-таки перевалить за 10 тысяч подписонов. И посмотрим, что же дальше нам подготовит игра. Цель в игре сейчас одна. На данный момент выйти просто в топ. Интернет-воин должен стать топчиком. Так, солидный куш. И что затем идет? Затем идет, да, опять же, расширение бизнеса, сферы влияний, темные делишки. Темные делишки. Так, я маленечко сегодня в ударе. Вроде бы был уставший, а силы-то есть. Так, темные делишки, окей, двадцаточка, все запиливаем. Пока интернет-воин восстанавливается, мы посмотрим видео. Так, ну все, лайкают, слишком умно, пойду поем. Нужно больше юмора. Нету больше юмора, забудьте. Ну, по крайней мере, статистика. Денег у меня тем временем постепенно прибавляется. Что не может быть нехорошим признаком, а лишь только отличным признаком. Мне еще осталось 175 бакинских, и я смогу приобрести интернет-воину новый ПК. Круто, да? Так, давайте-ка попробуем запилить танки. Нет. Вот, да, я играл в One World Trading Company. Она опять же называется Off World. Я видосики вроде бы по ней делал. Игрушка, да, игрушка прикольная. Определенно. Так, да, все оставляем. Ой, да кому нужна привлекательность в таких играх? Девочки в такие игры, наверное, не играют. 6944 подписчика. Подписчики прибавляются очень вяло. Вяло и еще раз вяло. Там в Off World Trading Company тоже интересный сюжетик есть такой, он с развитием. Поначалу у тебя компания очень маленькая, играешь на одной планете. Ну как, под планетой подразумевается просто карта, локация. Отыгрываешь, по результатам себе покупаешь различные бонусы, улучшения и прочие ништяки, которые впоследствии тебе уже помогают в новых, в других локациях. Как бы очень интересно сделано, но, честно, как-то я дальше уже не пошел. Отвлекся на что-то другое, как оно и бывает частенько. Это было Форвард. Там у нас вода, там у нас сталь, вроде бы еще есть там алюминий, либо как-то это там ресурсы называются по-другому, но тем не менее, захватываем рынок. Да, там, кстати, тоже есть момент монополии. Монополии я имею в виду на ресурсы. Можно исхитриться и замутить себе один какой-то ресурс. И на этом поживать. Там даже вроде бы еще производство какое-то есть. Захватываем. Власть! Так, двадцаточку прибавляем. Да. Давайте поглядим. Вау, зафиксирована разумная форма LP. Смотрите-ка, Off World Trading Company отлично заходит. 210 лайков, 103 дизлайка. Отличная статистика. Будем обузить сейчас эту игру с трудно выговариваемым названием. Так, плохая дикция, но куда без этого-то? Никуда. Это фишка. Новое видео. Радуется один комментатор. И тем не менее у нас тихим темпом количество подписонов продолжает увеличиваться. Конечно, не так динамично, как раньше, но потихоньку, помаленьку. Давайте Хитмана сделаем. Так. Ну какой юмор может быть в Хитмане? Я вроде бы уже Хитман запиливал. Привлекательность, забудь о ней, она не важна. Вообще, почему здесь камеру нельзя отключить? Это лишнее. Просто забирает все внимание на себя камера.
нет эффекта погружения. Хотя, когда человек говорит и играет, уже нету погружения практически. Ну, опять же, зависит от говорящего. Так, идем дальше. Здесь будет зло. Нет, Хитман, он спокойный, он безэмоциональный. Эмоций у него вообще ноль, Вася. Так что... Но здесь такого варианта нет. Пускай будет... Ой, да, удивление, а кто это сделал? А вот... Это интрига. Никто не знает, не узнает точнее, кто же был убийцей. Это если удается успешно завершить миссию, то никто и не догадается. В этом и есть весь Хитман. Удар, человек. КТ под столом. Нормально. Какой-то странный КТ даже на клавиатуре не спит. Так, а так и будет. А кто это сделал? Отлично. Двадцаточку еще одну мы зарабатываем. Влажные салфетки Forever Alone. Ну что ж. Спрос рождает предложение. Давайте поглядим, как аудитория воспри... 140 на 170. Нет. Удар, человек, не подходит. К сожалению. Да. Комменты можно не читать. Дизлайки говорят о многом. Ладно, интернет-воин может себе позволить забить на удар человека. Хорошо. Тогда мы сделаем покер фейс и Сэм. Так, тогда мы сделаем Катар. Привлекательность не нужна. Все, снова пускаем веселье. Это же Звездные войны по стрелушке. Да. До этого представим, что интернет-воин играл за джедаев. Но ему выше 5 уровня продвинуться не удалось. Но опять же, сейчас он шпиляет не в MMORPG, а просто в RPG. Вот у крутой студии... которое носит название, угадайте какое. Если вы вспомните, вы молодцы. Ах, какой это ложь. Отлично, начинается путь ситха. Какой это ложь. Так, падаем в видео и смотрим. 215-105, прекрасный результат. Просто замечательный. Ребят, кто знает музычку на фоне играет, это же великая звездная музыка. Да, да, RPG-хи это стезя просто интернет-воина. Да, я тоже обожаю подобного рода игры. А тем не менее, как зовут разработчиков? А? Кто-нибудь вспомнит? Если вы не вспомнили, я даю подсказку. Студия разработчиков носит название. Это что сейчас было? BioWare. Вот, это просто полная годнота. Там, где BioWare, там годно. Но бывает, к сожалению, не всегда. Вот, например, я всегда путаюсь с терминологией. Свитер или Катор? Катар. Night, а, да, Knights of the Old Republic. Котор. Первая часть вышла просто отменная. Хотя мое знакомство с ней произошло уже очень поздно, буквально пару лет назад я для себя открыл, а лет 7 назад, если даже не больше, я как-то раз попытался в нее поиграть, все-таки я люблю Звездные войны, и я, не разобравшись в управлении, просто сказал, что это за фигня. Потому что я ожидал что-то в стиле Академии джедаев, либо Кайла Катарна, собственно. Вот что я ждал, а там... РПГ завезли. Смотрите-ка, две отписки. Началось. Ну что ж, окей, переживем. Так, пилим новое видео. Где Катар? Вот он. Первая часть. Вторая часть не очень годная, потому что ее делали не BioWare. И, кстати, когда я играл в Катар, меня не покидало ощущение дежавю, потому что это все
этот весь геймплей в игре мне напоминал просто-напросто старый добрый, ну, новее, чем старый добрый Котор, но старый добрый Mass Effect, только чуть посыроватее, что ли, потому что все-таки Mass Effect, он вышел позже, гораздо позже, и был более допилен, чем его предшественник. Потому что студия разработчиков одна и та же. Так, какой-то ложь. Есть только страсть. Еще одну двадцаточку зарабатываем. Процесс идет. Еще осталось снять 5 видео, и будет очень круто. Будет новый комп. А в конце они... Кони. Так, основано на реальных событиях. Да, да, Звездные войны основаны на реальных событиях. Так, проскакивает интересное рассуждение. Подписка. Боринг. Ну, да. 5.12, хорошее решение, голова на плечах есть. Матвей Филиппов вообще крутой чувак. Он в каждом видео, где оставляет свои комментарии, он пишет, что на 5 минуте 12 секунде был крутой момент. Кстати, отлично, у него фишка. Человек проставился своим комментарием. И все его узнают без всяких видео и прочих каких-то творческих трудов. Хотя я бы летсплей творчеством не называл бы. Если, конечно же, человек не запиливает крутые видео под музычку, либо как-то это все дело не обыгрывает. Ну ладно, опять я ушел в свои мысли. Все, у меня есть энергия. Нет-н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 ет
вот я затрещался и совсем забыл смотреть на соотношение лайков и дизлайков. А вот теперь для меня будет самое большое испытание. Я буду вспоминать, как обозвать третью серию. Кодекс ситхов знал, потому что он очень простой и очень хорошо поддается запоминанию после прочтения трилогии про Дарта Бейна. Очень-очень годные книжки, которые описывают жизнь темного лорда ситхов. Реально, годнота, просто годнота. Советую, если у вас есть время и желание, почитайте про Дарта Бейна. Нереально крутой чел. Па-пам. Так, видео пилится. Количество подписчиков практически 7500. Кстати, да, я же хотел дизлайки, лайки посмотреть. Проведем 220, 108 стабильно, все хорошо. Все неплохо. Название ролика. Есть только страсть. Через страсть я познаю силу. Да, да, вроде бы силу. Я, конечно, сейчас, возможно, не весьма корректно вспоминаю этот кодекс ситхов. Но суть та же. Только вот формулировка мне что-то не очень нравится. Тем не менее, интернет-воин восстановился и готов запилить еще одну серию по Котору. Погнали. Снова веселье. Интересно, а если злость запилить? Ведь для злости чувство юмора же ведь не важно, правильно? Правильно. А интеллигенты, они всегда злые. А злые они потому... Ну, я, конечно, сейчас очень сильно проутрировал, это неправда, но просто давайте из таких рассуждений исходить. А злые они потому, что они не умеют шутить, хотя интеллектуальный, очень умный человек, он как раз-таки шутить очень умеет. Хорошо. Но этого делать не хочет, потому что не считает это достаточно умным занятием, либо занятием, которому стоит уделять внимание. Хотя я могу ошибаться, это просто мои голословные выводы, как всегда. Давайте будет злость, ситх набирает силу. С рогами как раз горит. Горит, правда, не в том месте, но это значит праведный гнев. Благородный.
место. 1 287 285 место. Неплохо, практически топчик. Еще чуть-чуть, еще буквально пару серий и будет number one. Так, через страсть я познаю силу, через силу я познаю мощь. Да, через силу я познаю мощь. Мощь. Немножко абсурда добавлю я в название данного видео. Так, и поглядим. Шедевр, пора донатить. 188 на 147. Смотрите-ка, злость не очень зашла. Хотя по комментариям злость нравится. Но опять просят шуточки. Тарантантан, боринг, да? Ну, как всегда, комментарии расходятся. Но название очень крутое. Мош. Надо запомнить. Вот опять же, так сказать, полезная минутка. Когда я говорю, надо запомнить что-то, это говорит о том, что это забуду сразу же после того, как я произнесу эту волшебную фразу. Так, запускаем новое видео. Нет, я неправильно кодекс. Там вроде бы познаю силу. Через силу я... хотя нет, может быть все верно. Но не исключено. Так что, ребят, я могу ошибиться. Снова все. Снова веселый ситх. 7692 подписона. Осталось 3 видео до необходимой суммы для покупки нового ПК. Который будет чуть получше, чем вот этот. Но... потом надо будет копить на игры, копить на другие девайсы, на софтину. Ну и в конце концов на джинсы левайсы. Все-таки должны быть у воина. Название ролика там было мощь. Через мощь я познаю победу. Вот формулировки мне мои насчет... Вот насчет формулировок, что через там что-то я познаю. Там, мне кажется, на самом деле как-то она более лаконично звучит. Но это моя интерпретация. Двадцаточка. Запиливаем. Восстановления не будет. Зло не знает усталости. Так, запиливаем. И это будет финальная серия по Катару. Да, по Котору. Какой Катару-то? Котор, Котор. Так, добавлено видео 4. Просмотров нормально. Подписонов нормально. Отписонов по нулям. Ну что ж. 7824 подписчика. Очень долгий процесс. Очень мучительный. Но, ребят... здесь необходимо стать топчиком. Я уверен, что когда будет третий уровень, ставки будут гораздо высоки. Если все делать правильно, то подписоны будут идти куда активнее. Если что-то делать неправильно, они будут уходить, соответственно, тоже активнее. Через победу мои оковы рвутся. Так, да, через фотографии оковы рвутся. И это, по сути, весь кодекс. Но как бы там еще говорят, там та-та-та-та-там. Ну, типа, свобода. Равенство упячка. Господи, зачем я это сказал? Так, пока что идет процесс восстановления. Количество подписонов практически 8 тысяч. Люблю тебя, интернет-воин. 233, 100, 114. Круто. Зашибись. Там либо формулировка, типа, когда оковы рвутся, я обретаю свободу. Либо оковы рвутся, я обретаю свободу. Я сейчас даже не смогу сформулировать.
грамотно, потому что я так уже такой трэш устроил. Подписчик дал вам полезный совет по записи звука. Ну, круто, где этот совет, но, видимо, это по умолчанию мне где-то плюсик прибавился. Ну что ж, круто. Да, это. Так, через победу я обретаю свободу. Вроде бы так, либо я уже с чем-то другим путаю. Сделаем проще. Вот, все. Последняя серия по Катору. Больше как Котора, Катора, кто как произносит, больше его не будет. Сингла я имею в виду, а вот насчет MMORPG, ну, даже не знаю, как пойдет. Но, блин, это MMO. А, видимо, MMO интернет-войну не очень заходит. Поэтому будем обузить дальше RPG-шки и стратежки. Посмотрим, к чему это приведет. Свобода! Все. По-прежнему 20-ка. Загрузили 8000. Прекрасный результат. И денег есть на новый ПК. Прекрасно, прекрасно. 236-116. Неплохое соотношение. Где смеяться, смеху там места нет. Потому что свобода. Разумные мысли, подписуюсь. Молодец. Грамотное решение. Так, техника. Компьютер. Gear Pro. Вот эта вот штучка цилиндрообразная. Это есть компьютер. Я удивлен, как они тут такую, где они нашли такую маленькую материнскую плату. Для меня вопрос, чтобы причем она еще была игровой. Мы туда запихнули еще видяшку и еще что-то, и еще что-то. Так, давайте пока посмотрим из игр. Переходим в RPG, потому что RPG очень хорошо заходит. Сразу же смотрим Final Fantasy. Круто. В Драгонаге может попробовать зашпилять. Но пока что денежков нет, поэтому необходимо пилить еще одно видео. Запилим еще одно видео по игре. Я опять в магазин зашел. По какой бы мне игре зашпилять? Точнее, сделать видос. Конечно же, по Адаму. Сейчас заодно, если удастся вспомнить, как я обозвал прошлую серию, на чем остановился сюжет, то будет круто. К сожалению, смотрите-ка, нет, к счастью. Захватываем власть. Да, это там. На, или нет? Да, это там. Все. Прикольно. Сейчас будет новое видео, которому необходимо будет дать название. Так, дальних рубежей. Вот. Хозяин дальних рубежей. Не знаю, есть ли дальние рубежи в Еве, но в ЗВ они есть. Итак, давайте посмотрим. 8000, практически 100 подписчиков. Никак не повлияли на стоимость рекламы, к сожалению. 12000. Вау! Смотрите-ка, как видео зашло. У меня подписчиков меньше, чем получилось просмотров. 12413 просмотров. Видимо, название просто доставило. Плоский юморочек. О, отписочки пошли. 455. Воу, посмотрите, что происходит. Никаких эмоций. Жесть. Количество лайков 455, дизлайков 290. Ну, грубо говоря, если очень грубо посчитать, то получается разница в 150. Что не есть плохо. Все, меня гнобят за отсутствие юмора. О, у меня есть 25 баксов. Все, самое время какой-нибудь крутой топовый RPG. Так, я хотел Драгонаги. Да, она годная, первая часть вообще хороша. Почему? А потому что ее делали, угадайте, кто? Правильно, Биовары. Биовары, кто же еще? Ах, я не могу не запилить.
будет веселье. Так, в серые стражи будем вступать в следующей серии по этой игре. А это здесь будет у нас благородное происхождение. Да, все, с названием я уже определился. Реально, первая Dragon Age хороша. Вторая там, ну, немножечко ее заказуалили. Хотя я не являюсь привередой. Ух ты, я только что хотел сказать, кто мне деньги все забрал. А я забыл, что я покупал компьютер. Так, почти. Название ролика. Благородный сын. Все. Двадцаточка по-прежнему. Грузим, смотрим. 12 тысяч просмотров. Вот сходу видео не успело загрузиться, уже есть результаты. 504-247. Смотрите, Драгонайги отлично заходит. Баян, шучу, не шучу. Крутое видео. Вот смотрите, крутое видео заминусили, ня-ня-ня-ня-ня, заплюсили. Многое в точку. Да. Вот такие вот пироги, друзья. Ну что ж, думаю, давайте на этом моменте мы остановимся. К сожалению, в этой серии нам не удалось преодолеть планку в 10 тысяч подписчиков. Будем питать надежды, что это мы увидим уже в следующей серии. Я на это очень сильно надеюсь. Так же, как я питаю большие надежды на то, что появятся какие-то дополнительные изменения, либо движуха, так как это уже будет третий уровень. Начнется жесть. Хотя игра альфа, сырая, не факт, что это делают. И все в таком духе, поэтому может ничего и не оказаться. Так и будет миллион серий, пока не попадет интернет-воин в самый, на, как бы это сейчас пошло не звучало, на самый кончик топчика. То есть на первое место. Поэтому, друзья, спасибо вам за просмотр, за то, что все это слушали. Грацую вам. С вами был КТ2К. Я сломался. С вами был КТ2Г. Пока!